В Законодательной палате Оли Маджлиса комитетом по вопросам обороны и безопасности проведен семинар на тему повышения эффективности деятельности Национальной гвардии и совершенствования ее правовых основ. В дискуссиях помимо депутатов приняли участие и сами военнослужащие. Какие вопросы были подняты на этой встрече и к какому знаменателю пришли? Лола Ракаева. Семинар организован в рамках проведенных учебно-методических сборов для военнослужащих Национальной гвардии. Дискуссии разворачивались вокруг вопросов военного строительства, в том числе принятой новой оборонной доктрины. По словам депутатов, по утверждению военных специалистов, на сегодняшний день актуальна задача по повышению боеготовности войск, социальной поддержки и защите семей военнослужащих и ветеранов. Подчеркивалось, что с созданием Национальной гвардии появилась возможность полноценно заниматься боевой подготовкой, укреплять профессиональные навыки военнослужащих, быть готовыми к выполнению задач по предназначению. Верховный главнокомандующий вооруженными силами Республики Узбекистан особое внимание обращает вопросам военно-патриотического воспитания нашей молодежи, в том числе и, естественно, военнослужащих всех категорий. Командованием Национальной гвардии сегодня принято уже ряд соответствующих решений в этом направлении. Одно из этих – внедрение в наших подразделениях института офицеров-психологов, которые занимаются непосредственно с военнослужащими как срочной военной службы, так и военнослужащими по контракту. От их взора отныне не спрятаться, не скрыться. Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности в стране возложены на Нацгвардию и МВД. На основе концепции «Безопасный город, безопасная страна» осуществляется масштабная работа, так что задачи усложняются, а от личного состава требуется высокий профессионализм вкупе с морально-психологической подготовкой. Важную роль в этом направлении в настоящее время играет коррекция нашего распорядка дня подразделений нашей Национальной гвардии в плане увеличения времени для военнослужащих срочной военной службы для чтения ими книг. Это важное направление, на которое тоже Верховный Главнокомандующий уделяет особое внимание с целью повышения духовной нравственности, патриотизма. В данном семинаре был обсужден вопрос о принятии законопроекта, разработке и принятии закона о Национальной гвардии, в котором будут установлены определенные права и обязанности военнослужащих Национальной гвардии. Подводя итоги проведенных учебно-методических сборов, было принято решение активизировать взаимодействие с парламентариями в ходе разработки нормативно-правовых актов, усиления работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи.